Верзила выплескивает большую часть компота. Достает четвертинку водки, выливает ее содержимое в стакан. Берет из ящика соломинку. Откусывает ее край, дует в нее. Отбрасывает, берет другую. Помешивает ею коктейль, пьет через нее. Подходит к присыпанным соломой ящикам. Снимает пиджак. Шурик моет кефирную бутылку под краном. Пойми, студент, сейчас к людям надо помягче. А на вопросы смотреть шерше. Верзила садится на расстеленный на ящиках пиджак. Отпивает коктейль. Вот ты думаешь, это мне дали 15 суток? Это нам дали 15 суток. А для чего? Чтобы ты вел среди меня разъяснительную работу, а я рос над собой. Ложится на спину, складывает руки на груди. Ну ладно, давай бухти мне. Как космические корабли бороздят большой театр. А я посплю. Капитан, держи курс сюда. Чезаро, морской вестник. Тебе доверен очень высокий пост. Какой еще там пост? Плавучий детский сад. Будешь катать детишек на своем корабле? Ну, прокачивай, что же? Нет, ничего. Удивляюсь, волк в шкуре морской овечки среди плавучего детского сада. Ух,